Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Мёбиусы наконец оправились после бегства от зергов и устроились на новом месте. Они сообщили, что следующий артефакт находится на милой планетке под названием Тифон. Вот он, Тифон. Неплохо выглядит, а? Да, сенсоры показывают... Подождите. Что за... Интенсивность излучения звезды подскочила на 500%. Никогда такого не видел. Погоди, Мэтт. Что это значит? Это значит, что через несколько часов звезда взорвется и превратится в сверхновую. А до тех пор планета будет охвачена волнами огня. Огонь. Почему всегда огонь? Есть и хорошие новости. В этом районе у нас значительные запасы провизии, поэтому вам не придется строить хранилище. Ну, хоть что-то. Итак, где наш артефакт? Вот здесь. Прямо посреди целой тучи протосов. Мы можем перемещать мобильные здания, чтобы не попасть под волны огня. Все, что не сможем увезти, придется разбирать на материалы. Ты что, спускаться туда собрался? Не дрейф. До взрыва солнца еще несколько часов. Тогда давайте заберем артефакт и смоемся, пока эта ваша королева клинков не заявилась. Свон, сейчас не лучшее время для шуточек. Да не горячись ты. У меня для тебя очередной подарочек. Банши. Девочки обучены истреблять наземных противников и маскироваться умеют. Ты их полюбишь с первого взгляда. Подтверждаю. Берегись протосских пушек. Они засекают замаскированных банши. Теперь ставим базу и начинаем охоту за артефактом. Выкладывай! Задавим их! Мы теряем время. Я уже заждал! Внимание! Приближается огненный фронт. Входящее сообщение. Джеймс Рейнар, мы давно ждем тебя. Теперь ты заплатишь за осквернение наших священных реликвий. Черт, только не эти талдаринские живчики. Совершенно не умеют вовремя остановиться. Режим готов.
Пристройка завершена. Трудовым подвигом готова. КСМ готов. Да. Уже там. Отлично. Прекрасно. Стволы наготове. КСМ готов. Турбина на полную. Поняла. Вылетаю. КСМ готов. Не молчи. Давай, удиви меня. Впереди великий открытие. Готов. Приказывайте. И что теперь? Даешь разбой. Подтверждаю. Штаб, я вас слушаю. Так точно, сэр. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Жду не дождусь. К трудовым подвигам готова. Бой или домой? Здравствуйте, командир. Приступай. Покатились. Вооружен и опасен. Садись, прокачу. Приказы будут? Видеосвязь установлена. Отлично. Покатились. Отлично. Месторождение минералов выработано. Трудовым подвигом готова. Приказывайте. Приступаю. Я вас слушаю. Месторождение минералов выработано.
А как же? Здравствуйте, командир. Приступаю. Покатились. Приступаю. Так точно, сэр. Приступаю. Так точно. Месторождение минералов выработано. Отлично. Тревога. Волна огня в опасной близости от базы. Требуется немедленная эвакуация. Талдаримы заняли удобную высоту на востоке. Было бы неплохо выбить их и перенести туда нашу базу. А! Чего пугаешь? Да. И что теперь? Хватит прохлаждать. Вооружен и опрыг, я уже заждался. Куда летим? Жду не дождусь. Не молчи. Выкладывай. Впереди великие открытия. Садись, прокачу. Приказывайте. В бой или домой? Хорошо. Видеосвязь установлена. Отлично. Покатились. Талдаримская база удобно расположена. Нужно вытеснить оттуда протосов и занять их позиции. Покатились. Отлично. Точно, сэр. Приступаю. Так точно, сэр. Покатились. Приступаю. Отлично. Так точно, сэр. Приступаю. Покатились. Так точно, сэр. Покатились. Приступаю.
База Талдаримов ликвидирована. Теперь мы можем занять их место. Жертвы наших воинов были не напрасны. Мы с радостью отдадим жизни, лишь бы приблизить твою погибель. Атакована. Видеосвязь установлена. Отлично. Покатились. Война на пороге. Здравствуй. Я создан для битвы. Штаб, я вас слушаю. Бой или домой? Приказывайте. Приступаю. Так точно, сэр. База атакована. Куда летим? Молчи! Садись, прокачу! Только свистни! Жду не дождусь! Скорую помощь вызывали? И что теперь? Сделаю, командир! Штаб, я вас слушаю! Отлично! Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Клев на связи. Здравствуйте, командир. Выкладывай. Уже в путь. Провожающие, покиньте салон. Помощь вызывали? Ваша остановка! Сколько можно сидеть без дела? Кому подлатать? Выкладывай! Пристройка завершена. Есть? А? Да, да. Говори громче! Канал открыт. Пристройка завершена. Давай, удивись. Пристройка завершена. Приказывайте. Покатились. Кругом враги!
Отлично, сэр. Приступаю. Так точно, сэр. Приступай. Впереди великие открытия. Покатились. Отлично. Война на пороге. Смело. Видеосвязь установлена. Приступаю. Отлично. А, здравствуйте, командир. Даешь разбой. Я создан для битвы. Приказ получен. Приказывайте. Покатились. Так точно, сэр. Месторождение минералов выработано. И что? Что такое? Скорее в атаку. Хорошо. Это по мне. Штаб, я вас слушаю. Приступаю. Покатились. Так точно, сэр. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Приступаю. Мотор ревет. Пугаешь. Да. Высылайте подмогу. Отбой! Места мало! А? Что стряслось? За дело? Даешь разбой. Вся в неприем. Слышимость отличная. Месторождение минералов выработано. Штаб, я вас слушаю.
даешь разбой. Бой или домой? Ладно. Видеосвязь установлена. Покатились. Отлично. Приступаю. Да? Куда лететь? Здравствуйте, командир. Так точно, сэр. Покатились. Приступаю. Так точно, сэр. Месторождение минералов выработано. Покатились. Я создан для битвы. Приказывайте. Так точно, сэр. Отлично. Скорее в атаку. Штаб, я вас слушаю. Приступаю. Покатились. Улучшение завершено. Отлично. Приступаю. Так точно, сэр. Отлично. Приступаю. Видеосвязь установлена. Покатились. Так точно, сэр. Покатились. Так точно. Приказывайте. Отлично. Покатились. Приступаю. Отлично. Покатились. Здравствуйте, командир.
старше! Кому наверх? Давно бы так! Куда стрелять? Положись на меня! Пути! Я воронку делать будем! Чем порадуешь? Да, сэр! Системы функционируют. Я уже заждался. Будет сделано! Видеосвязь. Скорую помощь вызывали? Штаб, я вас слушаю. Что такое? А? Эй! Приказывайте. Приступаю. Отлично. Готов к трансформации. Здравствуйте, командир. Я вас слушаю. Видеосвязь установлена. Приступаю. Покатились. Так точно, сэр. Покатились. Приказывайте. Путей! А? Еду! Провожающие, покиньте салон. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Что происходит? Здравствуйте, командир. Отлично. Требуется помощь.
покатились. Приказывайте. Точно, сэр. На помощь! На помощь! База атакована. Это по мне. Здравствуйте, командир. В бой или домой? База атакована. Отлично. Месторождение минералов выработано. Канал открыт. База атакована. Приказывайте. База атакована. Точно, месторождение минералов выработано. База атакована. Артефакт у нас. Пора убираться отсюда. Мы будем преследовать тебя по всей вселенной, Джеймс Рейнор. Даже если мы убьем тебя 1000 раз, это не искупит твоего бессмысленного святотатства. Сэр, мы в точке встречи. Контакта пока нет. Похоже, корабль Мёбиусов еще не прибыл. Странно. Они никогда не опаздывают. Сэр,
Сюда телепортируются корабли Доминиона. Во главе флагман Менгска. Пресвятая мать-заступница. Их щиты отключены. Подозрительно. Мэтт, подготовь стыковочный отсек. Командир, это не самый разумный шаг. Ты хотел свою революцию, сынок? Вот и получай. Посмотри на меня, Арктур. Посмотри в глаза своей смерти. Моего отца здесь нет, командир. Я Валериан Менгск, владелец фонда Мёбиуса. И ваш наниматель. Назови мне хоть одну причину не убивать тебя. Я могу предложить вам то, о чем вы всегда мечтали. Шанс спасти Сару Керриган. Артефакт, части которого вы собирали, создан Зелнага. Используя его, я смогу построить приспособление, которое обратит вспять действие мутации, превратившей Керриган в королеву клинков. Вы единственный человек, который знал королеву клинков и до сих пор жив. Вам известна ее тактика и стратегия. И я знаю, что вы рискнете всем, что у вас есть. Лишь бы вернуть прежнюю Керриган. Сэр, вы серьезно решили заключить сделку с Валерианом? А мне по нраву эта затея, Джимми. Керриган превратится в человека, получит пулю промеж глаз. Ты, наконец, избавишься от своего прошлого, а заодно и целое состояние получишь. Давай не будем забегать вперед, Тайкус. Атака на чар — это самоубийство! Вы готовы всех нас в расход пустить, лишь бы спасти свою подружку! Здесь нет места личным интересам, Мэтт. Дело не во мне. Это единственный стоящий шанс, который у нас есть. Я не собираюсь его упускать. Ну так как поступим, Джимми? Вернем Керриган или все-таки закопаем? Это уж мне решать. У вас обоих достаточно работы. Займитесь ей! С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Военные аналитики Доминиона растеряны и приятно удивлены тем, что, несмотря на частые стычки с зергами в пограничных мирах, натиск пришельцев на сектор Доминиона ослабевает. Это потрясающе, Кейт. Значит, наши парни все-таки потеснили зергов. Разумеется, Донни. Но существует также мнение, что все это время зерги что-то искали в наших мирах. И либо они достигли желаемого, либо оставили поиски. Возможно, истинной причины мы не узнаем никогда. На этом наш выпуск подошел к концу. Ах!
Давай-ка обсудим дела. Нам поступил вызов с Буцефала. Принц Валериан хочет поговорить с вами. А, командир Рейнер, думаю, нам нужно обсудить детали высадки на Чар. Давайте... Опасную игру ты затеял, мальчик. А в чем тут твой интерес? Джим, я думаю, что нам... Понимаю, почему отец хочет убить вас. Я задал тебе вопрос. Все хотят знать, смогу ли я править Доминионом так же эффективно, как отец. Но мне нужно большее. Я хочу доказать, что я лучше его, как император и как человек. Это не так уж трудно. Если я смогу остановить чудовище, убившее миллиарды людей, и превратить его в человека... Объединившись для этого со знаменитым преступником Джимом Рейнером, другого доказательства мне не потребуется. То есть я для тебя просто подручный инструмент? Если в результате вы получите то, чего хотите, вам не все равно? Думаю, ты прав. Сэр, я вынужден поставить под сомнение объективность вашего решения. Этот союз — явная ловушка. Я знаю, что делаю, Мэтт. Верь мне. Мы почти выиграли войну с Менгском. Если мы сейчас отправимся за королевой клинков, все пойдет на смарку. Это гораздо больше, чем победа над Менгском. Мэтт, если мы одержим победу на Чаре, мы спасем миллиарды жизней. Миллиарды. Менгск подождет. Я на это не подписывался. Ты согласился выполнять мои приказы? Если тебе что-то не нравится, проваливай с моего корабля! Сэр... Ты хорошо подумал. Ты ведь знаешь, Менгск охотится за твоей головой. Стоит отвернуться, и он ударит в спину. С Менгском я как-нибудь разберусь, Тайкус. Просто не подставляйся, друг. Это все, о чем я прошу. Я сказал, я справлюсь. Если не хочешь участвовать, забирай свои 30% и убирайся. Проблема, Свон. Он еще спрашивает. Ты связался с нашими заклятыми врагами. Каждый из моих парней потерял своих родных или друзей на войне с Менгском. Мы сидим на бочке с порохом. Что тут непонятного? Это не обсуждается, Свон. Я должен сделать это.
Итак, эти артефакты могут освободить Керриган. Какое удачное совпадение. Тайкус появляется из ниоткуда и предлагает заняться сбором этих штуковин. Статистически, сэр, вероятность совпадения в данном случае незначительно мала. Однако эти артефакты представляют собой воплощение сил, лежащих далеко за пределами любых областей современной тиранской науки. Если что-либо вообще способно остановить королеву клинков, может быть, это как раз они? Все эти древние штучки для меня темный лес. Но я молю Бога, что когда придет время, они вернут ее мне. Всегда готовы помочь. За хорошие деньги.